Всем привет, такой телефон купил. Realme C2. Цвет черный бриллиант называется. Таким синевой отдает. Вот. 4000 аккумулятор. Helio P22 процессор. Power VR ускоритель, видеоускоритель. Что еще не сказал? По автономности нормальный 12-нанометровый процессор, но не особо мощный. Вот в одноядерном, многоядерном режиме. Сколько выдает. Так, в комплекте, значит, зарядка вот такая. 2 ампера, 5 вольт. И шнур обычный microUSB. Цена 5200 на Алиэкспрессе. Но у нас, наверное, 1007, я думаю, будет 7,5 стоить такой телефон. Разблокировка по лицу. Работает быстро. Обновился 2 раза. Ну, в принципе, вроде все.